Шалом, друзья! Некоторое время назад Господь дал такую особую возможность служить в Африке, в стране Зимбабве, еврейскому народу. Как это неудивительно звучит, но мы узнаем все больше и больше в последнее время о различных группах из евреев, которые находятся по всему лицу земли, которые, казалось бы, ну, странно, что именно вот в этом месте, именно вот здесь они находятся. И это было в племени Лимба. Лимба очень особые люди. У них сохранена частично культура и обычаи еврейского народа. В свое время, очень-очень много лет назад, они были теми, кто вышли из Иерусалима, из израильской территории под воздействием различных гонений. И они мигрировали постепенно, шаг за шагом в Африку и осели. Но что удивительно, это племя, оно сохранило традиции и сохранило определенное самоотождествление с еврейским народом. Мы это видим в ритуалах, мы видим это в том, как эти люди смотрят на мир, как они разговаривают. И я хочу сказать, что Африка – это очень удивительное место. Место, где человек, он по-новому смотрит на себя, на то, как Бог устроил этот мир. Я верю, что мы должны иметь открытое сердце для служения еврейскому народу по всем концам, во все края земли. Вы знаете, друзья, это время, которое мы проживаем сейчас с вами, это время особенное. И не нужно просто сидеть, не нужно молчать. Мы, я верю, что должны мудро использовать возможности, которые Господь нам открывает. Лично меня Африка очень сильно коснулась. И я очень благодарен Господу за то, что Он повел меня туда. Я понимаю, что мир, в котором я живу, он намного-намного больше и разнообразнее. Поэтому, друзья, открывайте свои сердца к Божьему призыву. Открывайтесь для того, что Он желает делать в вашем сердце. И я верю, что если человек снаряжен, я верю, что если человек имеет открытое сердце, и страсть по служению еврейскому народу, Бог будет давать возможности. Но вы не принимаете помощь от Него. С радостью идите вперед, не бойтесь, и Господь будет подтверждать ваше служение чудесами и знамениями. Потому что Он любит еврейский народ, и Он заинтересован в том, чтобы весть о Иешуа, Мессии, достигла каждого еврея по всему лицу земли.